Всем привет, с вами Денис, и сегодня вновь рубрика «Ответы на ваши вопросы». Сегодня разберем вопрос от Марины, давайте его послушаем. И получается, например, какую-то часть я могу также скопировать, воткнуть, а остальную часть мне приходится прямо тык-тык, тык-тык, тык-тык. Вот. И для того, чтобы тык-тык, это вот я иду сюда вот в карандашик, тык-тык, в карандашик, тык-тык. Вот. В общем, как-то вот такая вот штука. Я не знаю, как ее упростить. Либо смириться с этим. Просто я уже давно заметила, что мне это неудобно. То есть какие-то вот частички я могу раз, взяла, вот так вот, чик-чик-чик, да, так, чик-чик-чик-чик-чик, все поставила, все шикарно, отлично, все на своих местах. А какие-то, допустим, за счет того, что поменяла, сейчас повторяюсь, да, аккорды, они могут встать не на свои места, и мне, получается, нужно каждую штуковинку ставить через карандашик на свое место. Вот я поэтому спрашиваю, существует ли какая-то команда, чтобы это дело упростить? Если нет, ну тогда смирение, покаяние. В общем, вопрос про workflow, то есть про рабочий процесс и те горячие клавиши, которые могут его ускорить. Давайте я покажу пример своей работы. Я записал реальную работу над реальным заказом, и я прокомментирую просто, что я делаю, какие клавиши нажимаю для ускорения этого процесса. Ну, забегая вперед, сразу скажу, что все делается очень быстро и просто, и не надо каждый раз менять инструмент с карандашика на выделение. Давайте посмотрим, как это делается. Меня заказали подобрать мелодию вокала из песни, и, собственно, поехали. Для начала я определю темп этой композиции. Проверяем с метрономом. Я нахожу сильную долю и совмещаю ее с линией сетки. И двигаю так, чтобы первая доля была в начале сетки. Добавляем пустой паттерн. Здесь у нас будут наши миди-ноты. И нам надо подобрать мелодию вокала. Я добавлю true pianus. Простое пианино. И для начала подберу мелодию главного вокала. Нахожу первую ноту. И мне надо поставить ее ближе к тому месту, где начинается вокал. Сразу же проставлю velocity. Вот я уже выделил и переместил нотки, не обращаясь к инструментам в верхней части окна. Сейчас я покажу, как это делается. Вот с контролом
Можно превратить инструмент карандашик в инструмент выделения. То есть, удерживая Ctrl, можно выделить какой-то фрагмент. А удерживая Shift, можно скопировать этот фрагмент. И хорошо, что я заранее проставил Velocity. В копии уже это делать не надо. Опять с контролом выделяем, шифтом копируем. И здесь у нас velocity уже такое же. Просто меняем меноты. С контролом выделяем и двигаем. И с шифтом копируем. Вот эти две нотки, скорее всего, поет бэк-вокал. Нажимаем F6 и добавляем копию пианино для бэк-вокала. Щелчком колесика мыши можно переименовать все что угодно. Так, выделяем эти две нотки с Ctrl, вырезаем их. С Ctrl также можно приближать или отдалять колесико мыши и вставляем. Тут я немного ускорил. Я делаю все то же самое на протяжении всей песни. И, в принципе, вся работа заняла у меня минут 20. Таким образом, я подбираю и главный вокал, и вот сейчас перехожу к бэк-вокалу. Двойной щелчок правой кнопкой для переключения к другому инструменту. Я скопировал и вставил партию, и теперь просто меняем ноты. Здесь все на одной ноте. И надо сделать это тише. С помощью Alt-X. Вот так можно сразу сделать все тише, не меняя отношений между нотами. Нажимая на колесико мыши, я могу передвигать рабочий стол, пианорол могу передвигать и плейлист точно так же. Это очень удобно.
вместо полос прокрутки. Вообще очень много функций здесь с удерживанием контрола, либо шифта, либо средней кнопкой мыши. И проверяем, как оно все звучит теперь. Напиши в комментариях, как тебе такой формат. Нужно ли делать больше видео про рабочий процесс, про горячие клавиши и всякие хитрости работы в FL Studio. А также можешь обращаться, если тебе нужна аналогичная услуга, если надо подобрать какие-то партии любых инструментов, не только вокала. Также можешь записаться на наш курс, на мое личное обучение. И не забудьте в любом случае поставить лайк этому видео и подписаться на канал. А здесь я просто копирую название партии и с помощью Ctrl-Shift-M экспортирую результаты в MIDI, чтобы отправить клиенту. На этом все. С вами был Денис. И до новых встреч в новых видео.